Наш хор берет свое название от чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Достойный есть». Это одна из самых древних и самых почитаемых икон на фоне. Ее история начинается в X веке, когда архистратик Михаил в образе инока, монаха, впервые спел перед ней гимн «Достойный есть». С того времени это песнопение стало повсеместно использоваться в богослужениях и звучит на каждой божественной литургии.